мы вам себя предложили. Повторяю еще раз. Программы будете читать везде одинаково. Помочь, сделать, обеспечить. Значит, законы уже все приняты. А если попытаются внести, а будет тот же самый однопартийный режим, ничего не примут. Поэтому борьба должна быть только с одним. С однопартийным режимом. Но справедливые левые, КПРФ левые и Единая Россия 90% коммунисты. Поэтому сегодня с вами продолжаем борьбу. Борьбу продолжаем вести, значит, против КПСС и Единая КПСС. Путин же был членом КПСС и его министры. И их большинство. Морозов, первый зам председателя Госдумы, Олег Викторович. И Зюганов в одном отделе сидели. Отдел пропаганды ЦК КПСС. В одном отделе сидели. А теперь у них, видите ли, разные партии. То есть идет борьба ЛДПР с одной стороны и КПСС под тремя знаменами с другой. Но третье знамя сгнило, справедливое. Теперь нужно добить остальные два знамени, чтобы они могли проиграть.